Правила этикета запрещают при личной беседе в формальном или неформальном общении задавать вопросы на определенные темы, а конкретно спрашивать о личной жизни и отношениях, возрасте и здоровье, о ваших заработках и расходах, о детях, почему у вас их до сих пор нет или когда появится второй. Неуместно интересоваться и вопросами внешности человека, почему вы так одеваетесь, стрижетесь или краситесь, пополнили или поправились. Неудобные вопросы – это те, которые ставят вас в щекотливую ситуацию. Например, не стоит спрашивать у друзей, близких или родных, а когда замуж, а почему детей не заводите? То есть не нужно ставить человека в неловкую ситуацию. Если вопрос обращен к вам, то с вашей стороны никакой конкретики не должно прозвучать. То есть вы можете отшутиться. Например, на вопрос, сколько ты зарабатываешь, вы можете сказать либо, что это коммерческая тайна, или чуть поменьше Абрамовича. Главное в такой ситуации, если вам задают неудобные и некорректные вопросы, не оправдывайтесь за собственные решения, советуют эксперты по этикету. Вариант ответа – отшутиться или увести тему беседы в другое русло. Личная жизнь, поступки, заработок и уровень жизни – это только ваше дело, и правила хорошего тона не позволяют другим людям нарушать ваши личные границы. Вы имеете полное право жить своей жизнью и не отвечать, и не оправдываться.